правильный контакт заключается в умении хозяина пробудить в собаке интерес к себе, своим действиям и командам с помощью игр. Наибольший интерес обычно вызывают подвижные игры с каким-либо предметом – игрушка, палочка, мяч или, например, убегание от собаки. Хозяин прячется, но наблюдает за собакой, чтобы она не потерялась. А когда собака его находит, жестами и интонацией показывает ей свою радость. В игре хозяин становится партнером собаки и должен показать ей, что играет с удовольствием. Для того, чтобы заинтересовать собаку игрой с каким-либо предметом, палочкой или другой игрушкой, можно использовать прием оживления неподвижного предмета, подталкивать его ногой, подбрасывать, шевелить им, тем самым привлекая собаку включиться в игру. Выгул – это не только возможность собаки справить свои естественные надобности. Во время прогулки хозяин может воспитывать и дрессировать собаку. Тренинг имеет большое значение для ее правильного физического развития. Также собаке полезно общаться с себе подобными. Выгул следует измерять не в часах, а в километрах. Хорошему тренингу способствуют, например, велосипедные прогулки. Собака должна успевать за хозяином рысью. В теплое время года для животных любого возраста полезно плавание. Чтобы приучить собаку к воде, принуждать не следует. Хозяин с помощью игры должен привлечь ее в воду. Например, убегая от собаки или играя с каким-либо предметом на мелководье. А также использую подражательный метод воспитания, когда собака начинает играть в воде вместе со своими сородичами. Если собака дома треплет мебель или другие вещи, часто это показатель того, что животное затрачивает мало энергии во время прогулки.